Сегодня мы будем приготовить куриный голен, собственно, соку в фольге. Для этого, что нам понадобится, вы видите продукты. 4 у меня куриные ножки, голен куриный, 4 картошки, пол морковки, 1 болгарский перец, где-то 8-9 штук помидор черри, немножко зелень, томатный соус и 4 яйца перепелиные. Всем ассаламу алейкум, друзья, всех приветствуем на канал. Кто не подписан, подпишитесь, будет интересно, и ваша подписка поможет нашему каналу развитию. Тогда начинаем. Сначала начнем тогда нарезку картошки. Нарезаем кубиками. Все в одну миску отправляем. Это чернила уберем туда, морковочку вот так. Дети не кушают морковку, я добавлю только на 2. Так, уронили. Ладно, потом. Датчик, он дает вкус. Все кубиками, как хотите, вот нарезайте так же, как вам нравится. Это болгарский был домашний, да, как бы. Я купил в магазине, немножко было дороже. Вот прямо запах вот чувствуется, что это огородное, да, все огородные, ну не парниковые. Зелень тоже нарезаем. Это кинза у меня. Если есть какие зелени, можно добавлять любую. Немножко кинзу, петрушку, там укропчик. Так, еще у меня был, да, кстати, лучок. Потом лук делаем соломками. Вот такие порциями будем добавлять. Лук чуть не забыл. Сюда теперь нашу досочку уберем в сторонку. Вот так. Нам уже не понадобится досочка. Посолим. Посолим. Поперчим тоже. Красного сладкого молотого добавляем. Наш томат тоже сюда отправляем. Зира молотый тоже. Все это перемешаем немножечко маслу. Можно таким образом, да, сделать. И курочку тоже сюда отправляем. Так. Уберем наше это все в сторонку. Яйцо перепелим тоже. И берем фольгу. Один, два, так. Делаем третий и четвертый. Все. Сюда, в нашу сторонку. Нашу курочку оставляем, сейчас вынимаю сюда, в бок ничего не будет. Так, и четвертый, а вот четвертый сюда. Берем лопату большую.
равномерно надо делать, чтобы все было одинаково. Протираем ручки. Кладем лучок по одному. Он дает сочность. По два черри. Тоже это сюда. И заворачиваем его вот таким образом. Все это. По размерам немножко маленьковато. Сейчас сверху еще один листок дотяну я. Картошечка осталась одна. Ладно. Так, вынимаем. Два. Три. И четвертый. Таким образом закрываем. Если у вас фольга немножко большой, оно было бы замечательно. Ну, сейчас вот таким образом закрываем, и все будет прекрасно. Все отлично, замечательно. Все. Отправляем в духовочку на 220 градусов на 40-45 минут. Все готово. Все получился. О, горячо. И после еще на 2 минуты отправим еще на 5 минут духовку открытым уже. Отлично. Пардон. Отойди, доча. Сейчас. Открыли. Все, открываем. Вот он. Все открыли. И еще на 5 минут отправляем. Вот, как вы видите, сейчас я вам покажу. Давайте. Вот оно. Здесь вся красота. Еще на 5 минут отправим, и все будет готово. Отлично.
Угу. Вот. По одной вставляем. Вот так. Это хорошо. Это супер. Друзья, не забывайте подписаться, ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Оно будет вкусно, бомбически. Вот, давайте. Вот оно. Сочный, вкусный, отлично. Всем приятного аппетита, до скорой встречи. Ну что, доча, нравится?